Ребята, мы уже дома. В общем, у меня сломался мой телефон. На нем надо поменять, получается, стекло. И, значит, я придумала, как можно уговорить на это маму. На листочке я напишу «да», «нет». Сейчас подойду к ней, попрошу, Вовчик, и попрошу у нее выбрать, да или нет. То есть, допустим, «да», напишу там, ну, к примеру. Ритулька тут. Вот, например, «да», напишу там «меняешь стекло на телефоне», то есть «нет», там поцелуешь, например. Сейчас, Ритусика. Ну, в общем, вот, сейчас попробую это сделать. Вот вы посмотрите на него. Ему прям все надо. В общем, я уже написала. Сейчас пойду у мамы спрашивать, да или нет. Да, Вовчик, пойдешь со мной? Пошли. Мама. Что? В общем, не хочешь ты мне ремонтировать телефон? Значит, выбирай, да или нет. Давай. Я должна выбрать, да или нет? Да. Да. О! Как же я тебя люблю. Ну, что, давай. Что показываешь? Что ты там придумала? Там неправильно написано. Включай камеру. Да, там неправильно. Включай камеру. Она включена. Почему ты выключила камеру? Потому что там неправильно написано. Давай показывай всем правду. Да неправильно там написано. Вовчик, скажи, что ты... Я требую правду. Там покажи мне. Там неправильно написано. Показывай, или я ухожу. Нет, подожди, дай я сама открою. Вот там по листочку открывай. Дай мне посмотреть. Ну, наверх. Один листочек. Вот этот вот. Короче, ребята, я сказала да, значит, я поцелуюсь. А нет, ремонтируешь телефон. Может, я еще одну такую штучку сделаю? И я танцую. Ты танцуешь. И я танцую. А поцеловать?